爱的味道留在相遇的那天，回忆里面究竟藏着什么？我们的爱浪漫了整个夏天，许多少缘才没与你错过。我们的故事也许没人在乎，我只想紧紧拥抱你，心跳让你听到时光尽头，就算没有放纵，两个人紧握着双手就足够。命运欠爱的期待不走，我只愿сегодня я внезапно осознала, что жизнь, безусловно, горька. Но почему мы продолжаем так жить? Потому что мы знаем, что неважно, через какие трудности нам предстоит пройти, или то, что мы просто устаем, любимый человек всегда будет рядом. Так хорошо, что ты рядом. Что Мяу-Мяу написала в своем сочинении? Это Джун Лэй. Хоть его здесь нет рядом, его сердце с нами. Он каждый день очень волнуется за Мяу-Мяу. Сяомен, на самой первой паре в университете ты подошла ко мне и спросила, сидит ли кто-нибудь рядом со мной. С этого момента я захотел навсегда остаться рядом с тобой.
Да, вот так. С этим точно не должно быть проблем. Отличный план. Этот способ дополнит его. Разве вам не говорили, что за этот проект будут соревноваться 5 команд? Кажется, здесь только 4. Мне тут кое-что сказали по этому поводу. 5-я команда была лично назначена председателем Тё. Никто не в курсе, кто они такие. Такие таинственные. Здравствуйте, это папа Мяу-Мяу? Да, это я. Я учительница Чан. Здравствуйте, учительница Чан. У Мяу-Мяу поднялась температура, сейчас она в медпункте. Я звонила ее матери, но та не берет трубку, поэтому позвонила вам. Хорошо. Я сейчас буду. Хорошо, тогда до встречи. Каждый из вас уже давно ждет. Компания Лонгтай впервые переходит в развлекательный досуг, направленный для клиентов первого класса. Мы рассчитываем выпускать на рынок различные продукты. Спасибо всем за участие. Сейчас мы официально начнем презентацию. Альстон Архитектура, мы представляем наш дизайн от Лонгтай Булдинг для компании Лонгтай. Наша цель — создать комплекс Лонгтая как первоклассный ориентир во всем Шанхае. Здания будут иметь общую базу. Издалека они будут выглядеть как танцоры. Они предполагают цельное смешение движения с красотой. Ну что, ты уверена в результате? Верно. Нам нужно просто подождать. Насколько ты уверена? Чувствую, что мы точно победим. Господин Цо... Прошу прощения, секретарь Вань. У меня возникло одно неотложенное Ничего дело. Ничего страшного, 4 другие команды только что закончили. Цзэйдзюнь. Проходите, пожалуйста. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Цзо Цзэйдзюнь. Я очень люблю путешествовать. Я верю, что человек, который будет путешествовать со мной, тоже получит от этого удовольствие. Думаю, что у каждого из вас есть свои собственные впечатления от путешествий. Первый день вашего путешествия вы, конечно, будете взволнованы. Когда вы выйдете прогуляться, то вам будет интересно узнать, как и что расположено в вашем отеле. Но на второй, третий, четвертый день вы уже почувствуете некую усталость. Даже если отель имеет прекрасные номера для проживания и расположен в роскошном уголке природы, вам будет не хватать ощущения дома. Поэтому вы начнете скучать по нему. Мы стремимся угодить клиентам первого класса. Они всегда могут выбрать первоклассный отель, но почти всегда они выбирают его во втором случае, потому что он не способен полностью заменить им ощущение дома. Таким образом, я надеюсь применить мысли путешественника при создании
более теплого и гостеприимного второго дома для каждого путешественника. Идите. Заместитель, присаживайся. Гендиректор Тао сказал мне, что Цзэй Цзюнь был твоим однокурсником. Вы хорошо друг друга знаете. А что сказал гендиректор Тао? Я сначала хотела спросить у тебя. После того, как мы закончили университет, мы больше не общались, потому что я улетела в Америку. Значит, вы не близки друг с другом. Выходит, ты не была в курсе его презентации. Я об этом не знала. Что ты думаешь по этому поводу? Сегодня у всех пяти команд были свои уникальные идеи, но только две произвели наибольшее впечатление. Несомненно, мы были одной из этих двух. Как думаешь, кто был вторым? Цзу Цзэйдзюнь. Выскажи свои мысли. Если комиссия рассмотрит проекты с точки зрения эффективности, тогда предложение Цзу Цзэйдзюня выглядит стоящим. Но технически и в целом оно не может сравниться с Альстон. Но речь сейчас не о том, у кого предложение кажется лучше. Важнее, что понравится председателю Цю. Цзу Цзэйдзюнь приехал в Шанхай как фрилансер, но председатель Цю позволил ему представить свое предложение. Сяо Мэн, может, ты разузнаешь поподробнее, что у них за отношения? Заместитель, это будет выглядеть несколько странно, если я спрошу об этом его. Просто между собой мы никогда не говорили про работу. Значит, обсуждаете только личные вопросы? Нет, из-за того, что мы учились вместе. Каждый раз, когда мы видимся, вспоминаем прошлое, про работу вообще не упоминаем. Я слышала, что Цзуй Цзэйдзюнь не просто архитектор, он еще владеет хостелом в Кандине. А еще он своего рода тренирует. Откуда вы об этом знаете? Услышала сегодня в Лонгтае. Так чему он тренирует? Он учит кататься на серфинге в Кандине, тренер по серфингу. По серфингу? Гендиректор Тао, мои поздравления. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Руководителя проекта назначит сам председатель Цю. А мы не единственные? Председатель Цю скоро будет. Председатель Цю. Присаживайтесь, присаживайтесь. Спасибо, что так быстро решили подписать с нами договор. Конечно, не волнуйтесь, мы сделаем все в лучшем виде. В этом проекте Лонгтай приложит все усилия в этом году. Ответственным за этот проект... Гендиректор Тао, я бы хотел назначить архитектора Цзу Цзэйдзюня. Его еще нет? Простите меня. Председатель Цю. А вот и ты. Проходи, садись. Меня привлекают оба проекта. И архитектора Цзо, и Алстон. Я жадный до них. Очень надеюсь, что из обоих проектов вы сможете создать один продукт для Лонгтай. Главный архитектор Цзо будет работать с Алстон, чтобы создать лучший проект. Архитектор Цзо Цзэйдзюнь, поздравляю. Спасибо, председатель Цю. Я также поздравляю гендиректора Тао. Гендиректор Тао,
выступите в качестве архитектора Талстон для сотрудничества. Мы возлагаем очень большие надежды на Алстон. Просим вас предоставить лучшую команду архитекторов вашей компании. Председатель Цю, я вас очень хорошо понял. Мы, Алстон, будем полностью с вами сотрудничать. Спасибо. Я думал, ты занимаешься серфингом, а не архитектурой. Даже я о таком не мечтал. Для архитектора недостаточно спроектировать модель и красиво говорить. Ты еще настолько способен после такого длительного перерыва? Вы это узнаете после окончания этого проекта. Что ж, жду высоких результатов. Удачи. Давайте есть! Как здорово пахнет! Налетайте быстрее! Джун Лэй, ты переплюнул сам себя. Это было необходимо. Давайте поздравим Цзо Зайдзюня с победой в тендере Лонг Тай. Ты должен постараться. Обязательно. Давай, за тебя. Ваше здоровье. Ешьте, ешьте, ешьте. А где Мяу-Мяу? Мама Маадо повела их двоих смотреть мультик. Кстати... Вице-президент Сунь подготовила для тебя рабочее место. Она сказала, чтобы мы тебя поприветствовали. Зачем такие сложности? Мне будет достаточно одного стула рядом с твоим столом. Почему ты хочешь меня выжать? Мы даже не будем работать над одним проектом. Бессердечная женщина, мы столько лет с тобой дружим. Я буду работать в Алстон, а ты даже позаботиться обо мне не хочешь. Ты не маленький ребеночек, к тому же тебе моя помощь ни к чему. Если будешь сидеть позади меня, мне будет не по себе. Меня-то не волнует, будем сидеть, работать и болтать про мяу-мяу. Я теперь уже не смогу нормально работать? Нет, не сможешь. Вот, возьми немного мяса. Вкусно. Сегодня я открыла для себя вкуснейшую утку и вермишелевый суп. Вы не можете пропустить такую вкуснятину. Обязательно попробуйте, хорошо? Сяо Мэн, давай быстрее, кушай. Все ноги твои. Давай когда-нибудь вместе их покушаем. Эй, ты чего уставился? В кино с кем-то собрался? Бесишь меня. Никто не звал меня в кино. Давай я помогу найти тебе что-нибудь романтичненькое. Прекрати, ешь лучше овощи. Овощи полезны. Парни должны проявлять больше инициативы. Вот, возьми кукурузу. Ты не можешь ждать вечность, пока девушка сама пригласит тебя на свидание. Я сейчас покажу тебе, как нужно. Нин Сяо Мэн, пойдем. Давай завтра сходим на ночной сеанс. Пойдем. Ты слишком напористый, я не пойду. Какая девушка согласится на это? Это я-то напористый? Да. Давай теперь ты. Попробуй помягче. Пытайся. Сяо Мэн. Я могу пригласить тебя завтра в кино? Хорошо, давай завтра сходим в кино. Давай встречаться. Все, перестали шутить оба. Давайте лучше поговорим про то, что нас связывает. Последние 8 лет мы даже в кино вместе не ходили. Поэтому давайте завтра все вместе сходим в кино. Хорошо? Мы согласны. Отлично. А кто-то боялся. Yeah.
Офицер По? Говори, что хочешь. У меня есть подруга, которая хотела кое-что узнать. Он не отвечает на сообщения, но его телефон в полном порядке. Почему так? Знаешь, что мужчин больше всего пугает в женщинах? Что? Вы слишком много думаете. Что из того, если он не ответил? Они думают: «О, нет, они встречаются с другой». «О, боже, он не ответил, что же мне делать?» Все это полный бред. Он покончил с собой и умер. Для нас, мужчин, ваш женский мозг может быть сродни стихийному бедствию, знаешь ли? Тогда скажите, почему он не ответил на сообщение, если он свободен? А если он в душе? А если у него встреча, и он не видел сообщения? Так не считаешь? Смотри на это проще. Какое-то неубедительное оправдание. Неужели все так просто? Именно. Послушай меня. Сейчас дружескую песенку тебе спою. Не думай слишком много, а то перенапряжешься. Ты слишком напрягаешься. Вы единственный, кто здесь напрягается. Давай сделаем так. Если тебе вправду нравится этот парень, преследуй его. Активно атакуй его. Преследовать? Когда мужчина преследует женщину, это похоже на восхождение на гору. А женщина-мужчина — это открытие. Это открытие. Приоткрой завесу. Просто... Приоткрыть Поняла? Завесу. Именно, приоткрыть завесу. 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 Приоткрыть. Приоткрыть завесу. Да или нет? Да, я вас поняла. Тогда слушайте меня. Сделай это. Хорошо. Да, нужно сделать это. Сделаем это. Готовы? Пойдем. Вперед! Вперед! Кто там? Экспресс-доставка. Какая еще экспресс-доставка? Опять шарлатаны. А еще вот это. Так и думал. От кого этот суп? Утка от моей старшей сестры, вермишелевый суп от меня. Ты слишком беспокоишься, не стоило. Не надо так напрягаться, нужно было самим его съесть. Из-за меня пострадала твоя рука. Это мой долг. Все это уже давно в прошлом. Тогда представь, что это добрый жест от твоей соседки. Ты же не откажешься от доброты соседей. Нет, что ты, я чувствую твою доброту. Слушай, ты офицер полиции, у меня тоже много забот. Если между нами что-то есть, это было бы только так, но между нами ничего такого нет. Просто. Но вы только посмотрите. Самая ужасная проблема нашего общества — это разделение и безразличие. С тех пор, как я стала дружелюбным и заботливым офицером, я просто воспринимаю всех вокруг как семью. Важная проблема-то, что мы никогда не были семьей. Кроме того, я мужчина, ты женщина, мы противоположный пол. Нам лучше держать дистанцию. Ого, но зачем нужно быть таким серьезным? Я всего лишь принесла тебе суп из утки и орехи. Зачем ты говоришь такие вещи? Хорошо, я больше ничего не скажу. Но ты поняла, верно? Поняла, поняла. Вот, съешь, поешь, пока горячий. Если понравится, в следующий раз я принесу еще. Нет, тебе не надо этого делать. Я понял твои хорошие намерения. Не будь таким вежливым, не надо. Нет, я не вежливый, нет. На что смотришь? Никогда не видела, как завтракает привлекательный мужчина? Я подумала, как упорно ты идешь к своей цели. Я действительно за тебя рада. Не волнуйся. Хоть я сейчас буду немного занят, но я не хочу игнорировать мяу-мяу, не переживай. Я стараюсь быть хорошей матерью. Так что можешь не беспокоиться и заниматься своими делами. Тебе не надо волноваться о доме. Я позабочусь обо всем, так что не беспокойся. Хвалишь себя так, будто ты хорошая мать и любящая жена. Что ты сказал? Ничего. Я спросил, куда пошла мяу-мяу?
Мяу-мяу сказала, что она должна поделиться завтраком с Маудо. Так что рано утром она взяла свой завтрак и уехала в школу. Ты не отвозишь ее теперь? Ей не нравится, что я провожаю ее в школу. Она говорит, что ей нравится ходить в школу самой. Кажется, она привыкает к жизни в Шанхае. Это хорошо. Я сказала Мяу-Мяу, что сегодня мы трое, я, ты и Джин Лэй, собрались в кино. Я сказала, что с ней останется тетушка Гао, и она была счастлива. Она сказала, что выполнит свое домашнее задание, а мы спокойно можем пойти в кино. Мяу-Мяу взрослеет. Сегодня твой первый день, Вальстон. Может, нам стоит поехать вместе? Все в порядке, можешь ехать. У меня назначена встреча с вашим заместителем директора сегодня днем. Это хорошо. Тогда я поехала. Пока-пока. Пока-пока. Я пойду. Счастливого пути. Большое спасибо за суп. Спасибо. Кстати, разве ты не сказал, что нам нужно держаться друг от друга на расстоянии? Точно, точно. Да, как насчет этого? Я отойду немного назад. Раз. Два. Три. Как думаешь, достаточно? Это... Погоди, у меня есть другое предложение. Смотри, я придумала специальный стук. Если услышишь этот стук, значит, я пришла. И после этого я отойду на три шага назад. Хорошо? Хорошо, идет. Договорились. Тогда я пошла. Хорошо, до встречи. Я принесу тебе в следующий раз побольше. Не стоит тебя утруждать, правда. Да не стесняйся. Не стоит, правда. Хорошо, тогда до встречи. Здравствуйте, кого вы ищете? Здравствуйте, меня зовут Цзо Цзэйдзюнь. У меня встреча с заместителем директора. Цзэйдзюнь, ты здесь? Я провожу его к заместителю. Хорошо. Пойдем. Это ответственное лицо по проекту Лонг Тай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Я сижу здесь. Ты сидишь здесь? Как-то здесь тесновато, можешь сделать его побольше? Заместитель, пришел Цзо Цзэйдзюнь. Здравствуйте, заместитель Сонь. Здравствуйте, не думала, что будем работать вместе. Давайте мне побольше указаний. Буду стараться. Это наш помощник-дизайнер Брайан. Он может помочь вам в любом вопросе. Привет, я Брайан. Привет, я Цзо Цзэйдзюнь. Это удовольствие иметь возможность сотрудничать с директором Цзо. Когда я стал директором? Должность директора, отвечающий за проект Лонг Тай, слишком длинная. Поэтому между собой мы сократили ее до директора Цзо. Директор Цзо. Хорошо. И в честь теплого приема маленький презент. Разве ты не говорил, что теплый прием оранжевый? Почему даешь ему белый? Белый. Белый означает бесконечные возможности. Этим я хотел сказать, что под начальством директора Цзо перед нашим проектом откроются бесконечные возможности. Ты хороший оратор. Хорошо, Брайан, иди и скажи команде проекта Лонг Тай прийти в зал для совещаний. Позже у меня встреча с директором Цзо. Хорошо, тогда я пойду. Заместитель директора Цзо, можете поговорить? Директор Цзо. Никогда бы не подумала, что ты архитектор. Мы работаем в одной сфере. Я начала слушать музыку. Мои боли в животе уменьшились, спасибо. Судя по вашей работе, не мудрено, что у вас проблемы с желудком. Я всегда думала, что мир так огромен, но кто знал, что он так тесен. Я считала, что ты личный тренер в тренажерном зале. Но я бы никогда не подумала, что ты действительно личный тренер. Только гораздо круче. Инструктор по серфингу. Я смотрю на тебя с еще большим уважением. Кстати, гендиректор Тау сказал, что хочет встретиться с тобой, поэтому идем к нему. Сюда, пожалуйста.
гендиректор Тао, пришел Цзо Цзэйдзюнь. Хорошо, спасибо. Гендиректор Тао, как поживаете? Увидев вас в своей компании, могу сказать, что вы выглядите как настоящий профессионал своего дела. Вы принимаете меня или что? Это не важно, принимаю я вас или нет. Просто боюсь, что вы можете пожалеть спустя некоторое время, что пришли сюда. Почему вы так говорите? В Уоллстоун нам нужны только талантливые люди. Только талантливые люди могут здесь остаться. Я верю, что смогу здесь остаться, но все зависит от удачи. Вы настолько самоуверены? Всего из одного проекта. Наверное, вы везунчик. Мы увидим. Удача — это просто везение. Время покажет. Хорошо. Я также надеюсь, что вы сможете доказать, что выбор председателя Цю был верным. Выбор председателя Цю был наполовину из Уоллстоун. Думаю, сейчас мы в одной лодке. Да, это большая лодка Уоллстоун под моим руководством, которой всегда удавалось гладко плыть. Вы новый член команды. Не вносите сюда слишком много перемен. Буду с нетерпением ждать нашего сотрудничества. А еще я назначу вам в помощники самого старательного человека, Санни. Вы можете использовать все ресурсы Уоллстоун Архитектор. Остальное уже за вами. Спасибо за вашу поддержку. Всегда пожалуйста. Наша компания больше всего ценит эффективность работы. Хожу быстро, говорю быстро и ем быстро. Но не беспокойся, с тобой я могу быть помедленнее. Это не обязательно. У всех есть свой личный темп. Я надеюсь, мы сможем достигнуть понимания без лишних слов. Я подготовила для тебя это рабочее место. Ты ведь не против работать с кем-то еще? Вполне большой стол. Мне нравится. Спасибо. Если хочешь, правда, отблагодарить меня, угости ужином. Так или иначе, мы теперь коллеги. Мы будем много работать вместе, и нам необходимо достигнуть взаимопонимания. Так, когда ты свободен? Сегодня вечером? Сегодня вечером? Хорошо. Звонил профессор Джан и просил тебя найти камин, который можно пользоваться по прямому назначению. Наверное, стоит поискать на аукционах. Дизайнер Конверинг Тувер спросил, сможем ли мы приехать к ним на следующей неделе. Ответь, что приеду в среду. Хорошо. Сегодня состоится ужин у адвокатов. Директор сказал, что пришлет за тобой машину. Скажи им, что я не приеду. Но ведь у тебя ничего не запланировано. У меня есть личные дела. Что же такого важного? Собираюсь пойти в кино. Давай сделаем вид, что я не спрашивала. Я отменю встречу. Надеюсь, ты хорошо проведешь время. Совещание уже закончилось? Еще нет. Не забудь, что мы идем в кино с Джин Лэем. Я буду ждать вас двоих. Я помню. Почему бы не поехать без меня? Я не знаю, когда закончится совещание. Я приеду сразу же, как освобожусь. Договорились? Тогда работай. Я пойду. Пока. Пока-пока.
Ты пришла. Ты так рано. Я уже купил попкорн и напитки. Я позвонил Дзайдзюню, но он не поднял трубку. Когда я уходила, он был еще на совещании. Может, мы его немного подождем? Конечно. Как прошел его первый рабочий день в Олдстоун? Наш директор вел себя точно так же, как и дома. Но сегодня он был чересчур серьезен, даже не шутил со мной. Мне было непривычно. Это ведь работа. Конечно, он не будет здесь серьезнее. Кстати, я скажу тебе кое-что не очень серьезное. Угадай, какой фильм он выбрал. Угадай. Романтическую комедию. Что? Это должен был быть сюрприз. Что? Не спрашивай. Что случилось? Так и знала, что он сегодня не придет. Тогда... Тогда нам придется идти вдвоем. Но у нас есть еще один билет. Может, позовем твою соседку? Тондан? Нет-нет-нет-нет, она точно занята. Нет, все же спроси ее, куда интереснее втроем. Нет, наверное, у нее много быстрее, дел. Быстрее. Сяомэн. Куда интереснее идти втроем, вдвоем слишком скучно, давай. Ладно-ладно, я позвоню. Алло. Привет, Тондан. Джин Лэй. У тебя есть время сходить в кино? Я сейчас занята. Так ты занята? Ты занята? Да, я пока что на работе. Тогда давай в следующий раз. Пока. Вот видишь, я же говорил, что она занята. Она действительно занята. Посмотри на себя, кто так приглашает девушку? Хватит столько текста. Лучше пойдем смотреть кино. Давай, пойдем. Дзайдзюнь. Дзо Дзайдзюнь. Ты ведь не думаешь, что я стану так тебя звать? Мне все равно. Меня все так зовут. Хорошо. Сяомэн. Ответь, это ведь не так сложно, ведь мы просто ужинаем, расслабься. Не беспокойся о манерах. Я не беспокоюсь. Просто мне нужно сконцентрироваться, когда я ем. Это вредно для пищеварения. Есть и разговаривать одновременно. Ты ведь давно знаком с Сяомэн? Мы знакомы с университета. Тогда она, наверное, очень счастлива, что ты приехал в Шанхай. Если честно, как только я приехал... Она была не особо счастлива. Как такое может быть? Разве вы двое не учились вместе? А как прошла утренняя встреча? Все было хорошо. У вас очень хорошие идеи по проекту. В команде собраны только профессионалы своего дела. Но меня интересует только результат. Нет, не волнуйся об этом. Я попрошу, чтобы они все тебе помогали. Это здорово. Давай. За успешное сотрудничество. За успешное сотрудничество. Я точно слышала какой-то звук.
Нам не стоило это смотреть. Это вредно для тела и ума. Пойдем. Простите, вы не могли бы подвинуться? Это всего лишь мышь. Не пугай сама себя. Цзуйцзайцзянь сделал это намеренно. Он сказал мне, что это романтическая комедия. Я и представить не могла, что это ужастик. Он всегда любил тебя пугать, но я не ожидал, что ты будешь настолько напугана. Поэтому давай поскорее пойдем отсюда. Еще ведь рано. А как насчет... Как насчет того, чтобы пойти и поужинать вместе? Давай. Пойдем. Пойдем. Джан Лэй! Что? Как ты здесь оказалась? Ты позвал меня в кино, было невежливо отказываться. Нет-нет, это не я звал тебя в кино. Мы вместе тебя позвали, даже больше она. Цзуйцзайцзянь, мы двое изначально собирались пойти вместе в кино, но он внезапно соскочил, поэтому мы решили позвать тебя. Теперь ясно. Но фильм еще не закончился. Почему вы здесь? Это оказался ужастик, я не смогла смотреть. Ужастик! Обожаю! Правда? Да. Раз вы не хотите смотреть фильм, давайте поужинаем. Я не пойду, давайте без меня. Идите вдвоем. Мне нужно домой присмотреть за Мяу-Мяу. Я пойду, а вы двое идите. Давай я тебя подвезу. Я сама доберусь. Тогда пока, Сяомен. Что ж, я поеду домой с тобой, раз мы живем по соседству. Но прежде чем ехать домой, давай поужинаем. Я наелся попкорном, понимаешь? Как можно им наесться? Это глупости какие-то. Я действительно не Ты хочу. Ты просто не хочешь ужинать. Мау